Всем привет! Димаш Кудайберген прибыл в китайский город Уси и принял участие в форуме China International Intelligent Communication. Во время беседы под названием World Youth Talk ведущий спросил у Димаша, есть ли какая-нибудь песня, представляющая современную казахскую культуру. Димаш ответил, что это «Дударай» и спел несколько строк акапелла. Это звучало великолепно, все аплодировали после пения. Пригаус туда ради на телевой. Вау, Дубай, 来一首情歌, 大家听到了吗? Мариам Шагур Деген, о расказа, он алта, он жетеге, келген кезе, казаха, Напомним, что автором «Дудара» является Мария Егоровна Рыкина, автор и исполнитель казахских песен, заслуженный деятель искусств Казахской ССР, композитор. В песне поется о любви русской девушки к казахскому джигиту Дусейну. Название песни происходит от ласкового обращения девушки к джигиту. По-казахски «Дудар» означает «кудрявый». 很高兴和大家相聚在美丽的无锡，一同探讨新时代下媒体融合指数直播的发展之道。那么我就开门见山，从三个方面和大家分享一下微博的一些经验和思考。首先是微博的开。